Уже выучил, выучил уже этот. Понимаешь, блядь. И вот это... Про тиктоки там, блядь, про то, какой состав, нахуй. Что-то как-то легко тебе, Ваня, было, блядь, до инсульта довести. Да я просто... Еще Ваня даже не учился. Я только просто... Я надеюсь, вы все видели гениальное видео от Дмитрия Шторма, Постникова. Первый раз слышу. I'm fucking coming. So fucking deep. So fucking deep. А где это, Вань? Yeah. А, вот ты на базу уже слышишь. Я под тебя все так скрываюсь. Вот он, легендарный контроль с мечом, блять, да. Просто финтов, ну, типа, ну, блять. Мы обычно мяч теряем, и там такое. И. Как стеночка. Нихуя себе. Так, давай, Буча, прострел мощный, хуярь. Кто у нас на брюшку убегает? Раз, два, три, полетел. Ситуэйшн. Вот он, Вова, блин. Вова, блин. Почти, почти. Ну, Вова на дальку. Нерабочий. Вам рабочий, меня там разъебал бы, конечно, я согласен. С ЗЭшником. Кепов. Кепов YouTube, кстати, у человека YouTube канал, судя по всему. Называется Кепов? Ну, судя по... Кепов YouTube канал есть? Да, Ариса Балага, блядь. Ариса Балагов. Бля. Хуя я гений. ПФК Ариса Балагов. Согласен, гений, спасибо, блядь, гений, нахуй. Был мой, блядь, возможно, единственный шанс в этом жизни забить гол, блядь. В смысле? Тебя? Забил гол уже. Забил, хватит на сегодня. Ой, вышел с Каминати еще 5 лет, нахуй. А сезон? Ну он уже забыл, если вы не поняли. Это че? Пересматривает каждый день, наверное. Я пересматривал. Я не настолько, конечно. А я думал, ты верхом дашь уже. Я думал, ты мне дашь, блядь, просто посножку. Нате за это. Кость. Симакс. Ебать, он наебал, конечно. Да, наёбщик, конечно. Ебать, о, все прибежали. Ну, о, пришла какая-то обезьянка. Ваня, аккуратней. Придётся извиняться, ну, я потом, блядь. Извините, пожалуйста. Меня. Он очень похож на... Ладно. Не надо. На одного игрока одной команды, ты хочешь сказать? Да-да-да. Через какой? Был. А? АФЛ? АФЛ? А, угу. Хорош. А, вы знаете, кстати, новость, что Мидпич прекратил свое существование? Да, конечно. После одного игрового дня. Блин, там не прошло быстро. Что-то. Что случилось? Юра сказал, ну, что у него нет времени заниматься лигой. Личная жизнь там. Да. Что важнее, игра или личная жизнь, да? Об этом игра, важнее. Конечно же, подожди. Да, об этом уже говорили. Личная жизнь была важнее, мы бы здесь не сидели, нахуй. Закинул, брат! Когда на ВПГ будешь играть, час ночи, когда время переведут. Ой, не надо. Как у нас времени переведут? У них переведут. Ты чё, мы не будем час ночи играть, почему? Блять. Спасибо, Ваня. Ну, вот это все сдвигается до 9, значит, у них Вовки сдвинутся на час позже. Да? Относительно нас, ну да. Ну конечно. Ладно, господи, не так критично. У нас стариков-то нет в команде. Пять. Ваня, пожалей, пожалуйста. Ну, что пожалей? Ну, час ночи, нельзя. Сколько сейчас время? Ваня, ты в это время наверняка играешь, вот ты еще что-нибудь поиграешь? Подожди, а ты что, не из Москвы вывалась? А, конечно, блядь. Москва, центр Екатеринбурга, держу в курсе, блядь. А, ты из Екатеринбурга, нихуя себе, я не знал просто. Сколько у тебя времени сейчас? Ну, скоро Екатеринбург, это будет, скорее всего, центр Москвы. Нет, час ночи не лучше. У тебя час ночи? Ну, 0:15. Нормально, нормально. Ну, будет час 15. Что у него сейчас, в час ночи, Вовки, так? Ему нормально. Бля, придется, скорее всего, переходить. Бля. Другой режим работы, блядь.
Может просто не работать. Там, кстати, на MedPitch нужен администратор. Говорят, неплохо платят. Можешь попробовать. А личная жизнь нужна? Ну, если будешь как бы работать больше, то тогда по половине с этим будешь получать. С брандетом. А если, если он больше, то он больше получать будет. Да. То есть, если ты больше, то по половине, но если он, то тогда он больше точно. Ух, хороший почти сейф. Так, сейф. У меня сейчас текст, блядь, отбор ФВЛ появился на экране, ебать. Какой-то левый. Так, сейчас заметил. Ладно. Так. Короче, новый табачок сейчас забил. Реклама, да, просто получается? Да, да, дарксайдовский, Нордбери. Сейчас опробуем, подымим, бля, покайфуем. Давай, бутинж. Хорошо. Как же ухочетал? До второго галим. Как пак 78 плюс прочитал. Давайте поднимаемся, да, получается? Да, ладно, поднимаемся. Не-не-не. Чё? Ну, здесь надо тестить такое, мне кажется. Да, мы не будем так делать, всё, забить. Блядь. Да, мне понравилось, было прикольно. Нет, играешь, только выход один на один. На серый матч чисто. Что не по плану мы сегодня идем, ребят, что мы... Матч выигрываем. Бир матч выигрываем, а не проигрываем. Тренировки дают о себе знать. Два, три. Минус тип. Блядь. Сейчас же суперфинал. Ой-ой, парни. Катись. Хорош. По кайфу, бля. So fucking... You fucking coming, блядь. Oh, I'm fucking coming. Блин, ну я надеюсь, все видели это. Я просто заебался это, блядь. Обрезать все. Так. Поперек. Так. Ноги сломал ему. Что происходит вообще, блядь? Ноги ломают. Ебать, спорт. FIFA 13. Там скипер, что же будет просто. Дима, ты знаешь, как сделать контроллер? 13. Контроллер? Хотя бы контроллер. Не, я шарю, как Лэнгти делать только. Я ебал, от эксплозии нихуя не бежит. Ну да, он не бежит нихуя. Не знаю, на фланге нормально. Догоняю всех. У меня, правда, по ФЗ. Скорость у меня там 96. Следующий нажимаем? У меня все зависло, походу, блядь. Понял. 56-55. До следующего матча. Ладно, выходим, я понял. А что с наушниками? Не, у меня инет угорал сейчас. У меня УТ зависло 10 раз, блядь. Да, блядь. Я не знаю, у меня было менюшки по 2-3 раза зависает за час. Да, мне надо было перевыставить 100 карточек, блядь. А в веб ты же не перевыставишь. Да. Мне надо было вручную цену везде поменять. Че, если просто... я просто повыше сделаю, потолще он будет? Или... Привет, Тейсет, а что ты написал? Я что-то не понял. А, переоделся. Да, по идее. Да, посмотрим. Так. 177. Сейчас, FIFA 23. How to make explosive. Trophy Clubs. Это не explosive. Зачем Trophy Clubs? How to make controlled. Или... Не, ну мы поймем, как to, how to make explosive, и, соответственно... Ну что это, почему так вот сбивается? Что сбивается? Я в Телеграм вкину. Поздравляю, у тебя отличный провайдер. Можешь, блядь, написать ему, сказать привет. Да? Да? Да, мы сейчас с русскими играли в пинге 50. Что, блядь, ты на даче до сих пор? Вань. Все. Да, да. Идет дегустация просто колено. В смысле, а что ты на даче-то все уже да, да я знаю, да, но просто... Ой, блядь, Ваня. Дай коннект нормально. Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Просто
Просто на даче заебись, да? Чили. Да нет. Ну, во-первых, я люблю на даче жить, это правда. Во-вторых, как бы... А во-вторых, потому что у меня родители уедут скоро на неделю, и нужно будет следить за дачей, а мне... Следить за дачей? А зачем то надо следить? Ну, потому что тут как бы дохуя всего. Ходят всякие, надо, да? Лысые, блядь. Нет, надо просто следить, чтобы все работало. Давай, Дим, я тебе дал кепку, запускай. Чтобы все работало, чтобы кальян забивался, короче, надо следить. Нет, ну чтобы просто, видишь... Не последили, и бассейн зацвел нахуй. Потому что, блядь. Надо воду слить на зиму. Замерзнет еще, не дай бог. У нас бассейн в подвале. Дим, ты загуглил, что там нашел? Бля, мне тут гайд по эксплозив шоту нашел. Спасибо, блядь. Ну, имбал. Не, как. А если как Варик просто модельку какую-то спиздить с УТ? И такие же статы. Ща. Ты хочешь всем попасть сделать? Хотел, ну можно. Ну посмотри, Абумьянга статус синий, короче, у него контролит. Там Бопекси тоже контролит. Ну вот, более. Нашло. Сила 76, рост 1,82 м. Приассист. Все закончилось, все закончилось. Не посмотрел. Погнали. Там рост, если будет выше какого-то, у тебя уже не будет эксплозив. Он только у мелких. Давайте выше пришли. Выше какого? 1,75 м. Мне кажется, ты можешь просто у Игоря попросить билд, и он тебе скажет. Выиграл лэнгти. Мне не хватит столько поинтов, чтобы какие я разделяю. Такой уровень? 60 какой-то. Нихуя себе нравится. Бля. Я думаю, как будто что-то горит. Блин, Ваня спит. Табак? Не да если бы. Я не пойду. Куда? Правильно. Вот и провода горят. Блять, яха. Сейчас, сори, бля, парни, сейчас посмотрю. Блять, провода горят. Хуйня, страшно. Ты нормально прессует. Ножки нам. Тут на ход идет охуево. Угу, и без пас нажал. Все нормально. Ну, давай еще раз попробуем через наезд. Раз, два, три. Ой. Нихуя я принял. Я ударил. Почему ты принял? Почему ты не бил? Я нажал, да. Правда, я нажал. Родинул один еще. Я хотел попробовать. Получился прямо. Бля, там. А, пока. Ладно, я понял. Ладно. Я посмотрел выйдут, на. Так что нормально. На индикатор увидел Игоря. А у него там жопа горит. Так. Провода в жопе. Алиса, блядь, проснулась, почему за на первом этаже. А, давай, что дам Радику, а Радик по флангу запустит. Игорь открыт. Хороший дарек. Бля, сука. Вроде нихуя не горит. Да. Ну ладно, что-то пах запах, блять. Может жопа просто? Может табак реально? Да, может поменьше колено курить? Да, да хорошо. Не так должен пахнуть. Неплохо тебя, да, разъебали? Да, я не смотрел, я смотрел такую чат. Ай, хорош. Ладно. Нам притянуло. Хорош, Вадим. Сейчас я пробегусь, ребят. Разворачиваться. Иди выше там. Ладно. А, там офсайд, ебать, они поднимают линию так. Лучше. Хорошо. Вот притянуло. Я вроде на ход даю, чтобы он вперед как раз тебе ближе к зоне свободно. Ты, конечно, больше не играть, правильно? Да, да. Все. Ничего. Не подготовил билд. Блин, меня как будто готовят перед, блин, перед ебалом. Что-то. Нигде в квартире не пахнет, только здесь.
А перед ебалом пахнет. Да плойка горит уже. Лайки. А, да походу с этого. С окна кто-то готовит что-то, блядь. Ебать. Вроде вкусно, а вроде и нет. А ты крикни там, попроси. Принес. Дайте кусок. Дайте покушать, да. Приведите как-то. Бля, ну будет незабавно, если снизу дом, квартира горит, бля. Ну ты успеешь, ну, очень видишь, она прям долго будет догорать, поэтому ты успеешь согреть. Эскашон. И он с первого паса сразу ударил. Бля, проебал. А не, не проебал, нормально. Игрока даже на копе не увидел игрока этого. Может на Игоря в центр? Да, ну, попробуй давай. Блять. Да что? Ментовый ну, Игорь. Просто вниз, блять, тик отвел, блять, он снова куда-то снова пошел. Ебать, она что готовит прямо у окна, что ли, хуярит там? Просто под окном у тебя. Кайф, блядь. Побежал катиться, нахуй. Ебот, ебет. Чуть в холду не влетел, блядь. Здорово. Так. Так, ну тут навес на дальку утяжь. Блядь. Я страхую. Играй. Здорово. Ой, здорово. Давай попробуем медийный навес. Я подойду. Навешу на брыжку, выбегайте. Так, я давай. Выбегу, у меня 2.92, блядь, давай. Сейчас. На. Я в касание давал. Чуть-чуть выше можно на следующий раз как-то? Чтобы я прям там тяжело, а игрок, если вот так обрабатывает, то там, скорее всего, мяч пиздет. Я попробую. Это не бота разгоняют, а хуили вообще. Ебать, дриблинг нахуй, это чё вообще за бист, блядь? Попробуй. Ого, хорош пас. Минусы. Ты ЦЗ поставил, да? Ну, я ЦЗ 2.92. А. Я думал, ты просто немножко. Сила 97. Живи. Сила. Так. Скинешь? Он очень долго замахивается, ноги но... Ноги попробуй дать, а? Вроде бы нормально, играть можно. Чуть-чуть привыкнуть. Сдолбанки. Блин, ну... Че да лангни, у меня и КЗ может лангни быть. Я сразу нажал, долго пас да на ход у меня. Да, все нормально было. Я просто... Там Саня как раз вырывался 1-1. И я думал, что сейчас пойдет хороший пас. А пошел пас в говно. Просто на ход в этой игре это просто говно, блядь. А, не, я закину. Ладно. Я проверил. Время. В пизду, нахуй. На ноль. А как посмотреть, какой стиль сейчас у меня? Капитан а может посмотреть. Капитан может. А это я. Сейчас посмотрим. Сейчас поболтаю. Не, ну если Мбаппе дашь своего мне, то в целом можем посмотреть, какой у тебя сейчас стиль. Да, ребят? У тебя эксплозив будет, аж. Контролит у волыны, у холода. И все. А, и у кружона. На вратаре лунг тебе думаешь, зайдись? Да, на этом да. Есть такие вратари, блядь. У всех остальных. Либо эксплозив, либо лунг. Это у всех лэнкси, кроме шторма. И...
инцепшн. У него сейчас контрол или эксплозив? Эксплозив. Опять заброс пошел. Из глубины старайтесь забрасывать не простым забросом, а L1-R1. Так лучше летит. Ну все, пизда тебе бот. Вышли. Вот он, лэнгтибист. Ну, а пока, ты... блядь. Он ног. Сейчас лук будет. Даю Сань, а ты можешь либо на шторма откатить, в сторону есть, либо... Ну, только поближе чуть подойди ко мне. Наверное, лучше на дальнюю сейчас. Либо сам на дальку закинь. Нам было не дать ему вместе. Как-нибудь. Хорош. Спасибо. Извините. Я думал, меня прессовать будет, я уйду от прессинга. Не, ну, еще написали крики. Плохой пас, блядь. Ну, отвратительно. Прочитали, суки, а? Я забегал. Их еще обострять лишний раз. Найс, хорошо. Найс. Обострять можно еще. Вчера даже смотрел, как вы играли. Часто вот идет типа атака, потом заброс, мяча нет. Но без забросов вообще играть тоже не Unreal. Что бывает плотно, пизда. Можешь крузануть на дальку. Так. Уже не нужно. Вот он. Ну, цыки. Хорош, блядь. Ебём. Там Игорь просто взбесился. Так, все, я форвард похуй вообще. Оп, перевернул. Опа. А, почти обработал. Сука, иди сюда. На прессинг показать, да, правильно? Отличный прессинг. Ваня, нет, имел в виду, ну... В смысле? Вы... А если мы будем проигрывать на последних минутах, нас же что делать? Все побегут вперед и будут вешать. Что, блядь? Пяткой. Опа. А, хорош. Ну это грязь уже, я считаю. Можешь вернуться уже. Нет, я будь ушел на краю стеночку. Не зря же Холланд все-таки. Я помню, как бы тебя швой хейтил в начале фифы, блять, я не прощу этой хуйни. Блин, сейчас анлайки что-то не прошло. Хватит стамина уже, нет. Нормально. Ебать меня у него. О, как там, нормально? А я хотел вот этот синий подкат попробовать. Я полететь хотел. Попробуй. Какой подкат? Ну, через R1. Который жесткий. Кто это, блядь?
Извини, так, не обнимайтесь, пожалуйста. Я отошел на месте. Какой же они поворот левый. Неплохо, созидаем, ребят. Так. Пока держимся. Игорь, я поднял бы. Ну ладно. Ай, блядь, возвращал уже. Ну не ланг тебе еще был бы. Ланг. Да, без... Вообще, пробежал, блядь, сквозь все, блядь. Как они с мячом остаются? А, они в меньшинстве играют еще. Это вспомнил. Что за Холланд? Конечно, конечно. Да, здорово. Как же этот большой человек выебал сейчас? Надо пробовать сейчас тут сильный подкат. Я даже не знал, что такая штука есть. А прям летит так, в ноги нормально. Так, я с ближки ухожу, я на ней спавнюсь, но если подходит, я... Пойдет, честно, вес на 11. Есть. Так, ну все, надо. У тебя стамин нет, как, куда ты бежишь? Куда он бежит, просто смотри. Хорошо, на игры на тебя пошел, ты вообще один там бежал. А в стрельбе будет вообще когда-нибудь нихуя. Здесь, давайте зажмем сразу. Надо было чуть пораньше. Возможно, но все равно, как бы, даже когда я вешал... Должен был на тебя пойти. О. Так. Да. Прислый. Так. Ладно, допустим, он выиграл. Последнее, вперед сразу. Только вперед. Все есть, вперед. Кину. А, и удар. Пиздос. Давай мощный нейс. Посчитаешь? Да, его раз, два, три. Хорош. Не песен. Я тебя же нажал удар, сука ебаная. Сука ебаная. Сука ебаная. Да, ребят, ворота это выбирки. А давайте. Давайте. Кстати, есть вратарь Лэнгти, прикинь. Не удивлен. Он единственный. А, нет, не единственный. Он единственный. Да и дохуя. Так, дела. Так, у нас тут вышли люди, извините. Через выход давайте. Иду ловкость уберу. Встали заново или еще не вышли? Да, да, мы встали. Да, да. Окей. Одну минутку, сейчас вернусь. Да, сейчас я тоже сел.
захожу. А есть это калькулятор этой херни? Там же условия. А? Там же условия, там не калькулятор. Ну я понимаю, ну да, условия именно как сделать. Ну, контролируемый даже на сайте не написано, типа. Контролируемые остальные игроки, не попадающие в первые две категории. Пример Сон Хэнмин. Все. Взрывной и длительный написано. Надо включить. Ой, как написано, вот, допустим, разница между лонгти и взрывным. А, вот надо как сона сделать, короче, если. Ну, длительного рост больше 174 нужен, больше 50 ускорения. Ну вот, ты просто берешь больше вот этого роста ставишь и похуй ставишь балансные статы. Ну, у меня был 177 только что, это пизды. Это... Подожди, рост, чтобы взрывной был, надо рост меньше 180. Не взрывной, контролит хотя бы. Ну, контролит, если ты сделаешь меньше 180, и у тебя ловкость будет больше, чем сила на 15, то тогда у тебя будет взрывной. Если ты делаешь... То все, он тебе будет контролируемый или длительный, все. Да, просто рост добавили до 180 и все. Ну или ловкость, нахуй. Я лучше рост. Я сегодня будет 180 плюс, но ловкости больше на 15 чем силы. У тебя будет просто у тебя будет контролируемый. Да, контролируемый, да. У тебя будет. А, похуй, главное рост 180. Да. Короче, должен быть меньше 180 сантиметров, чел. Все, понял, спасибо. Просто, бля, это я сейчас ловкость убрал, дылду сделал, блин. Погнали. Нормально, нормально. Тут вообще бист. Бист. 63. 46. 48. 20. Какой кай. О, все, пошел инктибист. Сразу вижу. 32, блядь. Это поляки. О, курва, богар. Не, нихуя, это не польский сер. Это 46, но там не 18. Это итальянцы, блядь. Какой-то, да, дальний туда. Да, это макароны. Дальше Германия. Потом, конечно, не ускорился. Он эксплозит. Да, это итальянцы. Это Last Dance? Да. Вот, полетел. Хорош. Что за прострел? Сори. В этих, то хуя этих. Вот они остаются. Ну, вот такие, то хуя остаются. У них бот, кстати, есть один. На ЦЗ, скорее всего. Май, хорош. Повторите. Ебать. Я полсекунды не успел буквально. Закинь. Бля. Сори.
Еще раз хотите выкатить, это по тебе забегу, понял? Окей. Okay. Сейчас. Далеко. Скидул. Угу. Неплохо. Подработан. Давай скажу. Ой, блин, unlucky. Да, там автоматически тянет, пизда. Ну, нахуй ногу выставляет. Видно было. Потери пошли. Давай мне сразу и забегайте. О, слеты, кстати, лучше, походу, обычным забросом. Все, блядь, пас в касание он иногда куда попало дает, а забросы все летят точно в касание. Тревелочку хорошо дает. Босс ебаный, жрец на приеме. А, понял. Так, посмотрим, кто быстрее. Хорош. Хорош. Отлично, молодцы. Хорош. Хорош. Нож. Через нож. Пиздец. Заживало. Дриблинг. Ого. Лайк из пост, блядь, ВП гараж этот. Капитан Варьерс, пока. Ну сейчас посмотри, какой у меня. Пойди сейчас контроль, да? О, да. Сейчас гляну. Так, да. Раз что высокий сделал инкти, хули. Я просто не додумался, что если 180 делаешь, то ты уже контролер, ты уже не можешь инкти быть. 180? Не, можешь. Ты не можешь, ты не можешь взрывным быть. Ну, взрывным. Нет, ты не можешь быть взрывным уже. 179 еще могу, 180 не могу, да? Да. Да. Вообще правильно просто говорить не лэнгти, а лэнси.
Да, и не тревал, а труэл. Да. Здорово. Ой, отлично. Очень хорошо было. Ой, блин, на лайки. Блять. Не тянет даже, странно. Кто это, блядь? Ну, поебал. Жать. Есть, есть. Вот это дриблинг. Ебать. Хороший дриблинг. Вот это дриблинг. Хороший дриблинг, блядь. Я нажимал перекаты. Скажите, что у меня хуже, давайте так. Когда первый раз сделал эластика за левоногого, блять, вот так же получается. Не, у меня фишка была в 21-й фифе, я не в ту сторону всегда у углового флажка делал, блядь, этот эластика. Я всегда в аут его делал. Я перекаты делал, просто он, видимо, с лету сразу до приема не разобрал. Фишка такая была просто, на самом деле. А, фишка, я говорю, фишка. Ну, у меня, правда, я, блядь, никак не мог, блядь, раздуплиться, блядь. Блять, как хуёво полетело. А зачем? Сори. Можно было короткий. Так можно, но там он был прям сам. Сори. Угу. Не потянуло, ну. Успеешь? Бывает. Конечно, успею. Хорошо, вот. Пластиночки нравятся. Что, бежит, да? Далеко. Ну, бежит, скорее всего, да, я закрою. Слабенький. Йоу. Нормально. Честно говоря, я даже не помню, что мяч в игре остался. Я тоже. Или не, на, не занесло? Пенальти. Нормально. Соси, охуеть написано. Вы это видели? Это итальянцы, блядь. А центр, да, у тебя ж хорош. Читаешься, блядь. Ты попросил, я ударил. По ним там пошли в кровь. Он вынесет в полуфланг, не очень далеко. Не он, а она. Не он, а она. Да. Ой, хорош. Ой, какой. А что, в этой фифе тоже запрещены? Да. Вот. Давай ты через пас я навешу. Запрещены хуевые пенки, да? Сбегайте. Ну, кать наша игра. Не, там спиной тяжело что-то было сделать. Так же мяч не проебать. Вылетел, да? И вот так вот. Может быть, вышел. Бля. ЦЗ. Погоди, сейчас дриблинг богов будет. О, хорош. Даже пас, блядь. Блядь, развернулся лучше, чем пас. Я-то своей не стал хуйней после фентанчи изобретать. О, у нас кто-то вылетел. Ну, это... Хорош. Не бать, конечно, так. Тихо. Топ игрок на.
У меня билд как у Ван Дайка. Я шторм. Килограмма. Я шторм. Прошу. А, давай. Хорошо. Удар. Тривалы. А, да нет. Да сука, иди сюда. Тривалы. Это было роллом. Хорош. Все покажу, как надо тривалы бить. Тривалы. Блин, секундочку, я умер после паса. Нет, ты на луком бьешь, а не должен. Да, да. Да. А я чё, они глаза закрыл, ну, видели, да. Потом ещё посмотри. Ну да, ты же на луком ударил. Надо было ещё в реальной жизни глаза тоже закрыть этот момент, когда вообще заедешь. Вот это было реально на лук. А всё, не выходит. Я целый матч на лук, бля. Я, пожалуй, поиграл ближайший матч с закрытыми глазами, нахуй, чтобы будет Галина. Бля, это же большие на больших. Блять, иди нахуй, как он. Прихватил себе. Сайда нет, есть еще, да? Иди в пизду. Да похуй. Что? Как гниль нахуй не игра. Он пошел атаковать левый фланг. Блять. Вау. Хорош, головой остановил. Бля, ладно, думал, ты дальше побежишь. Там уже цап застыл. Хорош. Блять, зажимал. Да все, Валт, выбейте, что с вами? Сколько время? Еще есть несколько минут. Я отойду на пару минут. Я тоже. Давайте встаем потихонечку. Далеко не уходим никуда. Алик, чекни ВК, пожалуйста. ВК? ВК, ВК, чекни. Блять, я там не был уже неделю. Что это? А, понял. Хорош. Я уже на позиции, если что.
Так, ну что, давайте вставать. Кто первый дома? Они. Well. Блара слышишь, да? Кому чё? Угловые батишу, все штрафные мне, а пенальти Игорь. Не запускать стрим. Так, они встают, там, через минуту-две кинут. Радик, ты таким же остался или повыше сделал? Нет, таким же. Окей. Да я весь воздух снул, у меня 2 на 90. Не давайте мне пас, наверное. Но старайтесь без меня как-то играть. Но воздух я сниму. Я привык к челу, мне нормально, комфортно играть. Окей. Если что, я буду стараться отыграть в касание, либо просто переводить 1-2 касания максимум. Давайте сейчас нам нужно открываться чуть активнее друг под друга, особенно в центре, чтобы человек, который мяч принимает, у него был в 1-2 касания вариант сразу отдать пас. Потому что они будут прессинговать, соответственно, с всей толпой. И если мы будем долго открываться или долго с мячом работать, то, соответственно, нам будет тяжело. Они будут нас банально накрывать. И тогда нам придется просто выносить в сторону Игоря и молиться на то, чтобы он скидывал за спину. В остальном просто давайте будем готовы. Ну, не очень хочется просто начинать играть с одними забросами и навесами. Так что давайте постараемся все-таки в первую очередь от контроля сыграть и от контроля низом. Поэтому нам нужно минимизировать левые обостряющие передачи. И просто стараться играть в свой футбол. Соответственно, если варианта нет, какого-то... Ну, вы все равно про меня не забывайте на дельке. Да. Мы же сыграли, периодически открыт там. Это штрафной уже, с конечной стадии атаки. Как бы в любом случае, забегаю, я увожу их за собой, поэтому я вам зону освобождаю. То есть, если я убегаю на фланг, то условно ЛЗ с мячом, то не обязательно мне поздавать. За мной игрок уходит, и обычно вылазит из пространства, чтобы в центр дать. А танца попускается. Они будут много и постоянно грузить, даже в ситуациях, когда этого... Возможно, будет мы не будем ожидать, так что будьте готовы. И когда они, соответственно, из обороны выходят, они тоже, скорее всего, будут либо забрасывать на форвардов, либо выносить, поэтому внимательно.
Ну и как бы в основном не зацикливаемся на результате сейчас, а в первую очередь на игре. Все, они кидаются. Дани надо. Я с кайфом поспал. Дани нету. Я слышу. Все, я иду. Даня! Иду, Сашка, не волнуйся. Домирекс, я не знаю, что такое ребельди. У меня нет ничего пока. Окей. А я приму. Дай мне кэпку. Не пришло, он спрашивает. Нет. Дают. Что там нету? Не приходит ничего. Они там опять снизу что. Не приходит. Давайте релобби сделаем. Выходите. Шторм. Заходите. Вадим и Володя ставится. Пришло, погнали. Если будет их разводка, они будут забрасывать, так что сразу внимательнее с подбором и с игроками высокими, то есть со всеми. Желательно форварды, постарайтесь накрыть сразу их заброс. А, наша разводка. Что за камера сейчас была? Погнали. Давайте не спеша играем, темп не форсируем. Игорь чуть-чуть бы открылся поближе, дал бы ноги. Не дают через край выйти. А, сейчас получится.
Все равно опустись чуть ниже. Давай сейчас выйдем. Потом забежишь. Давай пробуем. Нормально. Тут зажали их сразу. СЗшников, смотрите, форварды. Смотрите, девятку. Я опущу сзади. Хорошо. Угу. Полагала. Я пойду к нему. Стоп. Хорошо. Соп освобожу. Блин, Игорь возвращал. Не пошло. Давайте выше их прессуем. Хорошо, Трум. Так же смотри. А, наш меч. Вперед. На второй бы. Уф. Хорошо. Хороший момент. Очередном спокойно. Дави, дави. Хорош. Нормально. Хорошо. Давайте выше прессуем. Здорово. Хорош. Пойдем. Хорош. Что? Mm-hmm. Саните. Есть нож. Ага, есть. Ага. Шторм будет справа один. Ага, здорово. Ножка. Бля. Ебать, апдаун. Ладно, меня что-то просто подлагивает, пиздец. Все нормально, играем. Ну, ладно, я перезайду после этого. Хорош. Можно попробовать на S. Ладно. Хорош. До конца там, за третьих. Хорош, один. Отлично, нормально. Затмож. Оф, хорош. И бегать все. Блин, смотри, что с двойным. Хорош, шторм, давай. О, прочитал. Лаки. На навес выходить будет. Угу, не вижу. Чашка, надо чуть либо забросить что-то такое, чтобы мне, блядь, на разгоне влетел, ну, типа, мог влететь. Ширину лучше, в ширину в такой ситуации дайте. В ширине есть игроки, сужайте очень. Здорово. Хорош.
Можно? Забегите по левому флангу. Смотрите, когда я опускаюсь на линию с ЦЗ, старайтесь сразу забежать. Они будут вытягиваться, и там будет зона свободная, я думаю. А уже тайминг есть. Очень интересный матч. Пойду покурю. Да ебаная, блядь. Ты накатал его наши первые 8 минут, мне проще. Ну это да, было прикольно. Тянем время, ребят. Поувереннее немножко, Мы немножко медленно мяч двигаем. Можно рискнуть иногда. Угу. А если быстро, то вы там это разойдитесь немного, либо там же можете успокоить игру. Вот треугольником там выходите, саб 2 форварда, и начинается пеханина. Ты там хуй мяч обработаешь. Сейчас постараемся через, ну, понагружаем больше сани, мячом, а то не 4 паса, и убить ша 3. Тоже мы катаем без особого продвижения. Брось. Да, как будет так, заброс. Угу. Я сломал спину, ну ладно. Вести можно? Можно на игры. Угу. Нормально. Ай, бля. Охуенно, я просто. Смотрите внимательно, они либо прострел мощный делают, либо через розыгрыш. Я заберу девятку. Девятку, главное. Идем в сторону. Я полукруг возьму. Хорош. Нормально. Хорош. Добери девятку, Райк, перед ним просто встань. Если что, я... Навес настраивается. Ну ладно. Какой? Быстро, Локи. Нормально. По стенке давайте выйдем сразу. Стенки, да. Они будут грузить, скорее всего, либо через пас. А, там надальки один. Я возьму ближнего. А, я в стенку встал. Я нажимаю. Ну, пас. Нормально, хорош. Угу. Ну, так затягивает быстрее, чем... Рэд Флац затягивает. Можно. Можно. Там был Радик, если что, один был. Верну. О, ладно. Придержи. С ударом. Хорош. Хорош. Скипайся. Блин. Ну по игре мы пока посасываем, честно говоря, так. Да я бы не сказал. Ну, было. Ну да. Погнали. Не прессингуйся. Привозом. Не отбирайте мяч, если они стоять будут. Нет, заброс. Заброс смотрим просто. Подбор забираем. Шридом. Хорошо. Я буду прессинг. Да ничего не будет, нормально. Цоп один. Первый матч. Саш, сори, я давал на цопа. Сори, пацаны. Хорош. Нормально, хорош. С ударом. Хороший, Игорь, лучший. Боже. Вот это хуйня была, кошка. Вот и прессинг, вот он прессинг. Да, хорош, они там сами привезли. Не, подождите, парни, они сейчас будут очень жестко прессинговать, я думаю. Ну, да, я предполагаю. Поэтому забрал. 0-0, как там говорят, да? Хорош, норм.
Ой-ой-ой. Можно? Здорово. Сейчас дам. Блять, как у меня... Подзакинь, попробуй. Хорош. Ударом. Хорош. Гениальный человек, блять, просто. Скипайте. Блин, нет. Оно не скипается, я не знаю. Немножко стыдно. Это Игорь, это что за скип? Кому стыдно? Заброс, смотрите. Или не знаю. У меня уже нету заброса, скорее всего. Они катают. Пошел кто-то здоровый, лишний игрок. С ним. Хорош. Ножки просто. Школа основа, нахуй. Угу. Иди что. Я дам сразу. Можно Саня. Не надо, Саня. Ага, все. На сохранение. И перевод один, да. Ладно, я больше не буду поспинуть, да. Да не, нормально, я мог в теории развернуться, но я боялся, что меня разбудит. Здорово. Давай на цоп, и я буду. Шторм один. Буду по тобой. Ой, параллельно бы. Ой, хорошо было. Я тебя постреливал, сори, брат. Создал. Ничего, брат, ничего, брат. Давай, сейчас я подойду, подожди, не давай пас пока. Ну давай попробуем через пас навес, там, да. Убегайте. Лучше пойдет. Ладно, нормально. Пина. Справа, справа, справа. Ну, для нас слева. Очень дохуя за этим. Смотрите, скидку за спину. Навес. Останься в центре, Захолант, я дальку закрою. Да, да, да. Пока, нахуй. Еще раз. Подбора не будет, возможно. Хорош. Иди к нему, я прикрою. Хорош. Хорош. Фол. Блять. Вадя, по стенке. Они дадут пасы, просто будут стараться под удар выйти. Либо заброс, смотрите внимательно. Я впереди буду, и что? Там по левому флангу, смотрите, на игроков. И девятку. Я постараюсь. Я девятку заберу. Я на лысо выпрыгну. Хорош. Давай, я с тобой на фланге. Блять, я еду. Нормально, нормально, Саня. Саня? Ладно, через дом, да. Есть перевод, если чё. Ой, сладко. Сори. Нормально. Нормально. И пресс включили, еще можете верхом выйти. Блять, не забыл. Чуть пораньше, что-то ты задержался немножко. Я ждал, пока ты убежишь. Мне кажется, я бегал бы. Да, так. Да. Я так понял. Хорошо. Хорош. Живи. Он у меня такой медленный стал почему-то. У меня стамин кончился. Блин, стамина, почти. Стамина, да. Вперед. Угу, здорово. Штрафной буду. Альти нет? Нет. Тут зажмем их сразу. Давайте назад не дайте скинуть форварды. Я страхую тебя, вот. Давайте. Он его затягивает прям. Перевод будет. Угу. Иди к нему, я страхую центр. Хороший. Хорош. Через зиму. Хуйню сделал. Ладно, нормально. Я их не добрал. Спина. Думаю, ну. Ай, бля, я бы перехватил. Хорош. Осторожно, сори. Сори, подставил там. Да, не, нормально. Забрось. Не, не буду. Спина. Забрось. Ну протащи просто там уже последний. А, время, ладно. А, время-то еще минут. Да. Очко. Я остался сзади еще. До конца. Ой, ой, блядь, чуть-чуть не успел. Давай. Че, пацаны, финал в один матч, оказывается, был. Я тут так подумал. Ага. Сейчас еще, блядь, второй. Похоже, так, если что, мы третий матч, ну, в плей-офф играем на выезде, и третий матч мы играем 3-0 на выезде. Сейчас должен быть 0-0. Я, ну, 0-0, парни. 0-0, я думаю, точно не будет. Скорее всего, да. 3 гола, 0-9 XG, я понял. Там прям как удар был, упор почти.
Бля, ну будь Саш, конечно, царскую голевую отдал во втором голе. Интересно, засчитали за голевую? Не. А у Димы две голевые, да. Особенно вторая охуенная, блин. Так, а теперь мы дома играем. Ну, я не буду приглашать тогда либо Дима, либо Игорь, кто-то из вас. Я играю, да. Потому что мне сегодня тоже надо что-то говно померло. Так. С каких пор Игорь так научился играть? Снова читы? Спрашивает Java Master в чате. Да? Не видели, блядь, там воздух реверс эластики идут, блядь. Игорь, я тебе капитанку отдам. Не приглашать? Ну, можешь пока вбить. РТГ и спорт. Я думаю, против нас сейчас все двухметровые выйдут, блядь. Тоже. Ок. Да, приглашаю. А, РТГ? Ну чё, всё. Просто РТГ и дальше. Я думаю, да, что он найдёт. Вручение кубка тестит. К сожалению, не будет. Это товарищеский турнир. Давайте сейчас, ну, типа, не закидываем играть. Просто так. Играем дальше, как играем. Норм или красная? Да, нормально, я думаю. Это белая будет такая у нас больше. Ноль-ноль. Да, как бы играем, как обычно. Там? Сейчас может быть жесткая ёбка, там, навесов, забросов, да, всего подряд. Жесткий. Погнали. Здорово. Хорошо. Бля, ну мне уже не нравится, мы 0-0 не сохранили. Бля, как прошел пас на втором, я честно не понял. Это багованный пас, это фе. А в той фе такой же был на ход. Он закрыт, но на него пас проходит. Поехали, заброс. Хорошо. Хватит в очко им закидывать, пожалуйста. Это панна была. Мы Т4 закинули в очко. А не, мы просто высоко стоим уже, когда с мячом. Да я просто хотел выйти. Мне тяжело было что-то сделать. Ой, unlucky. Чуть-чуть мимо. Да. Хорошо. Меня тянет, но я там не поборюсь. Нормально. Ну, через холода. Если получится, еще на второй. Ладно. Хорошо. Давай, возьмем их тут. Хорош. Нормально. Ведь его занесло. Ой, нихуя себе он отдал. Это хорошо жестко, было. Жестко, да. Сейчас не разводите сразу. Погнали. Как это прошло? Я думал, ты со стороны полуфланга останешься. Сейчас подожди. А. Я передам Вадим тебе и подойду сейчас. Подожди.
Вы запрашивать? Да, я заброшу, наверное, и по правому. Ну так, полуфлангу забегайте. Иди к нему, Радик, я в центре снизу. Хорош. Его пас. Здорово. Саня? Ага. Ой, хорошо было. Бля, хуёв, не дожал. Хорош, Вадим. Сейчас сопа бы. Я под него был. Хорош, Майкл. Нормально. Нормально, нормально. Хорош. Сань, смотри по Ромиксу, просто когда они атакуют, потому что ему скатывают, он там может забросить, чтобы он чуть поменьше времени у него просто было. И все. Остальных можешь не перекрывать. 15-й номер у них. Без меня, Радик. Нормально. Го пас. Тобой буду. Бля, сори. Нормально. Бежут. Пиваешь? Угу. Развернёте. Хорош. Хорош. Да, наверное, лучше. О. Вынес. Хорош, Вадим. Молодцы. Это второй матч, Марат. Первый 3-0. Я девятку выберу. Так, там может ранний... Нет, не будет. Я до 11-го. Здорово. Нормально. Вперед на ход. Вперед. Хорош. Хорош. А что, что? Как это работает? Ой. Самсон. Хорош, грязь, красиво. Грязь. Нет, финал просто двух матчей, так как обычно, бей игры. Unlucky, нормально, ничего страшного. Давай мощный прострел будешь, ебань. Назад только оттянитесь побольше. А я уйду точно назад. Погнали. Хорош. Повтори. Хорош. Ура, блядь. Лучший, лучший, бля. Лёлик хорошо вытащил, конечно. Скипите. Да как он... Не, Лёлик хорошо пенальти вытащил. Я вообще в другую сторону сперва направлял. Он угадал. Молодец. Хорошо. А, блядь. О, блядь. Заброс, заброс, заброс. Под тобой, если что. Хорошо. Цопа надо найти. Блин. Хуяный пас. Ну, нормально, не страшно. Блин, ну как я... Ой, это ебануть может. Правильно. Подбор заберем. Хуйня, надо уйти из обороны. Да, не разыгрывайте сразу. Погнали.
45. Блять, не прошла, сучка. Хорошо убегал, Никита. Ничего, не занимаюсь тут. Хуйня все впереди. Хорошо, играем в целом. Я думаю, можно это как у местами. Это как у Игорек, можешь местами там как-то не на второй, я думаю, вперед лучше иногда. Потому что второй они возвращаются обратно, и мы даем, считай, просто в игрока цоп, которые могут зажать любой момент. Ну, это мое мнение. Не, они цопы как раз вообще не кроют. Они бегут всей толпой вперед. То есть, если мы через цопа разворачивать будем, там просто пас как-то хуевантисенько пошел. В том моменте. Скидку смотрим. Хорошо, Ник. Блядь, какая залупа. Хорош, Макар. Блядь. Здорово. А дальний шторм будет? Блин, я на второй дашь, просто буду дороже. Ой, Лёлик, хорошо вытащил. Дом есть. Угу, нормально. Да, Игорёк, мог там тебе дать пас? Нет, со спины, не знаю. Блять. О, нашёл. Может, и мог, кстати, но будет посмотреть потом. Назад оттяните. Слушайте, один за завернитесь назад. Может, дать Саша, а Саша мне сюда прям вкатит. Саня, прям. Поближе, если подойдёшь, сюда даю. Блин, ну так это пусть хуйни, их вообще нет никого сзади. Лучше. Потом загни. Ладно, не надо всё. Здорово. Хорошо. Нормально. Давайте на ход вперед, аут сразу. Хуёво летят. Нормально. Вольно. Да, здорово. Я забегу во фланг. Просто отвлеку внимание. Отлично. Ай, в ножки. Ножки стреляю. Хорош, Макар. Так, ну кто-то либо забегите, либо... Не знаю, короче, мне скинь просто некому. Я скидываю просто по линии. Можно отобрать меч, блядь? Фангу еще можно. Так, так, слишком легко отобрать меч. Ох. Смотрите, девятку и скидку просто смотрим. Хорошо, один. Попробую скинуть просто вперед. Может, зря? Лучше. Внимательно смотрим. Могут разыграть, могут навесить, смотрите. Я девятку забираю. Лук возьму. Если будут. Или дальнюю, 72-го они возьму. Разыграют, скорее всего, через пас на второго, так что будьте внимательны. Меня. Здорово. Спокойно. Там Бутяша бежит, мне кажется. Ладно. Блин, я думал, ты чуть раньше дашь. Ну, нормально. Еще. Здорово. Ой, отлично. Хорошо. Очень хорошо. Молодцы. Повезло, да, конечно. Скипы. Да. Заброс. Ой, здорово. Там, по-моему, радуга уже начиналась, нет? Здорово. Есть, если что. Ну, через дом. Кино сразу, да.
Левый. Далька внимательно. Хороший радик. Найс. Найс. Left flank end. My bad, sorry. Вам отпихните. Да, блять. Христа. Лёля, хорош. Бля, Саш, я ждал тебя чуть, чтобы ты чуть правее ушел, чтобы я тебе пас на пустых дал, но потом ты сместился со мной, и я в итоге, блядь, решил ударить. Хорошо. Сорян, друг друга не поняли. Момент, конечно, был бомбезный, блядь. Мне кажется, Игорёк, ты мог, кстати, чуть-чуть раньше дать, чтобы, блядь, у меня зоны больше было. Там я боялся защитника попасть. Ну да, тоже. Он как раз там подкат улетел, и пацаны. Ну, пух. Сядь. Драка, блядь. Мы вдруг подруга откроетесь там. Да, я вот как раз... Я на дальку уходил, просто вводил игрока. Шторм один. Аккуратней. Шторм впереди, сейчас смотри, они же поднимаются, сейчас пытаются просто сразу прессинговой. Нормально. Забыл, что там. Что это не горевая, блядь? Есть? Ой, хорошо было. Хорош, Макар. Нормально. Хорош. Блять, просто потерялся игрок. Найс, хорошо. Well played. Хорошо. Будет Дима. Назад. Чё? А, сердце поеду дальше. Чуть-чуть мы передерживаем. Хорош, полезно, что мне просто. Блять, какая хуйня! А, флекс. Я один. Здорово. Видно, блядь, играли в флекс. Тихо. Конца. Труэлла. Охуеть, ну ладно. Возможно, я ошибся в позиции. Хорош, хорош. Нормально, правильно. Хорош, во. Он там побежал меч забирать с клава. Они будут разыгрывать, скорее всего. И этот просто сам навесится. Найс, крышон. Найс, крышон. Шут лет. Шут. Найс. Рамон оседлал буквально. О, угловой. И давайте еще раз это навес сильней. Давай. Дай крутануть попробовать, он выходит. Ну давай. Я же так думал, чтоб ты сделал, но мне кажется, он сейчас успеет, он поймет. Пойдите. Ну. Большой бежит. А, это небольшой. Лучше. Спокойно. Ага. Молодцы. Хорошо сыграли. То есть, несмотря на то, что они высоко прессовали, очень-очень достойно сыграли с точки зрения паса. 8-8. Красавчики. Все, на сегодня все, всем спасибо. Всем спасибо, счастливо. Задыхаться. Давайте, всем спасибо. В понедельник, когда начинается ёбка? С пантерами было тяжелее. Да, в понедельник у нас уже начинается европейский ВПГ. А со вторника российский. Надо зарегистрироваться, ребята. Да, я напишу там все в чатике. На выходных. Все, спасибо. Так, ладно, давайте. Давайте. Ваня, я, короче, ушел, мне поработать надо. Да, давайте. Победа. Супер турнир. Бля, мне показалось, что в первом матче был коннект лучше, чем во втором как-то. Хотя вроде на нашем играли. Хуй знает. Продались. Слишком дохуя Да нет, там просто весь матч был огромный кусок рандома, там второй. Это просто да. Они там валятся все в кучу. Блять, пас идет в закрытого просто отскок от башки, блять.
Выходите на один, блядь. Да, да, да. Там, я просто, знаешь, типа, я коннект меряю, потому насколько я мимо пролетаю часто. Вот, я часто мимо пролетал, просто стоял на траектории. А в первом матче такого особо не было. И у меня игрок один раз там в конце матча принимал перед игроками, мне просто игрок сдох. Просто потерял управление, знаешь, как. Я не знаю, как Макар, ты хуило играл в свои жирные, блядь. Я таки давно играю. Так, а, ну она мне позволяет, и там был, видел, может, пару моментов, и на игрока наседаю, и он вздыхает, соп. Блять, а если ближе к 60 пингу буду, блять? У них оксид на фланге, я к нему подбежал, он в ваут поздал. Не, если пинг будет большой, да, это, возможно, проблема будет. Но, с другой стороны, просто если большой пинг, мы же должны ниже играть. Да. Да мы и так не особо высоко играем сейчас. Не, ну я имею в виду ниже в плане обороны. Я же забегаю постоянно, я зону оголяю. Я их как бы нагружаю в защите. То есть, ну, на ЛЦП тут функционал такой, я бегаю без мяча большую часть времени. У меня всего 13 пасов за матч. 14-13 точно, да, плюс. Я просто нагружаю. Ну, пойдем в тот дискорд, там же сидят зрители. Зрители. Да, сейчас. Всем спасибо, кто был на стриме. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока.